Фестиваль-конкурс русских свадебных обрядов «Свадьба в Обломовке» – событие уникальное. Ничего подобного в России не проводится. Ульяновск в очередной раз порадует любителей фольклорных традиций. Праздник пройдет с 28 по 30 сентября в Доме культуры «Губернаторский». И теперь в более высоком статусе – всероссийском. У нас будут представители 12 регионов со всей России, начиная от Архангельска и заканчивая югом России. У нас будут представители Воронежа, Ижевска, Омска, Самары, Ульяновска и так далее. Итого 12 регионов. Уникальность нашего конкурса заключается в том, что нигде на территории Российской Федерации такого конкурса нету, и даже фестиваля нету. Впервые в фестивале-конкурсе примут участие детские коллективы. Так, фольклорный ансамбль «Ленок» из Ижевска представит обряд «Кукольная свадебка. Малые столы». А фольклорная этнографическая студия «Уклад» из Самары – фрагмент обряда свадебной вечерки в доме невесты после рукобития. Едет тоже впервые, наверное, один коллектив с региона, который полностью семейный. Там и сватья, братья, свахи, крестные, то есть вот такой коллектив, их человек где-то 13 человек, и вот такой вот сплоченный коллектив, он показывает, что семейные узы и семейная преемственность поколений, она очень важна, на любом этапе. Всероссийский фестиваль-конкурс русских свадебных обрядов будет оценивать жюри, куда вошли специалисты, чья деятельность на протяжении многих лет неразрывно связана с традиционной русской культурой. Один из них – Михаил Матлин, кандидат филологических наук, этнограф, исследователь традиций и обычаев Симбирского края. Этот фестиваль, в отличие от многих других, также связанных с традиционной культурой и фольклором, он неисчерпаем. Он не может закончиться по очень простой причине. Потому что на самом деле никакой единой русской свадьбы нет. И не существовало никогда. Свадьба каждого региона, а в регионе свадьба каждого села отличается своеобразием. В дни проведения фестиваля-конкурса на базе ДК «Губернаторский» впервые будет организована межрегиональная творческая лаборатория по декоративно-прикладному конкурсу «Интеграция традиций. Симбирская губерния и 73-й регион». Она направлена на создание сувенирной продукции Ульяновской области. Оба мероприятия завершатся 30 сентября выставкой мастеров декоративно-прикладного творчества и гала-концертом участников свадьбы в Обломовке. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.